Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим мы на такую тему, как безопасность в интернете, VPN-сервис и что это такое. Так уже случилось, что сам интернет занял первую очередь в нашей жизни. И сегодня будем разговаривать о безопасности. Итак, кодовая база приложения SentinelOne VPN полностью раскрыта для общественности, обеспечивая больше доверия, чем любой другой конкурент VPN. Компания Sentinel построена на платформе на блокчейне Cosmos. Если вас беспокоит, кто-то может видеть вашу интернет-активность или личное взаимодействие, или может ли ваш любимый VPN доказать, что он не регистрирует вашу информацию об использовании или что все узлы VPN содержат высокую степень шифрования. Также согласны ли вы с тем, что ваше текущее положение чата делится вашими личными данными или хранят ваши сообщения и продают данные третьими лицами? Так вот, и все эти нюансы компания Sentinel исключает. Основные особенности данной компании являются то, что пользователи могут выбирать из серверов SOX 5 или OpenVPN, которые обеспечивают соблюдение стандартов шифрования квантового уровня, таких как AES-256 или Poly-1305. Также это абсолютная прозрачность. Код, стоящий за SentinelOne VPN, полностью раскрывает паблики в профиле Sentinel на GitHub, вместе с контрольными суммами MD5 и приложением для абсолютной доказуемости. И также компания позаботилась о серверах, которые размещены по всему миру, сообществом для сообщества. Пользователи могут выбрать оптимальный сервер для максимальной скорости просмотра и загрузки. В Sentinel Network размещаются распределенные и децентрализованные приложения с открытым исходным кодом, которые обеспечивают пользователям уверенность в том, что информация об их сеансах не регистрируется, их сообщения не сохраняются и что даже создатель приложения не может просматривать какие-либо данные. Уже на данный момент доступно мобильное приложение данного VPN, а также уже можем скачать сам кошелек криптовалютный. Поддерживаются такие платформы, как Linux, Windows, Android, Mac. И на iOS приложение будет выпущено в скором времени. Ну а на этом мы пока месяц обзор закончим. В следующей части мы поговорим о самом непосредственно кошельке данной компании, как ним работать, как стейкать и о многом другом. Всем спасибо за внимание. Всем пока.